эксцентриссимо. Миллионеры тоже бывают одиноки. Вокруг них всегда друзья, иногда фальшивые, поклонницы чужих денег. А хотелось бы чистой и искренней любви. Она возможна лишь в случае, если избранник также богат. Для одинокой элиты придумали мобильное приложение. Знакомиться там пытаются бизнесмены, инвесторы, знаменитости, модели и художники. В нем можно листать профили, общаться с другими пользователями и обязательно нужно указать свой годовой доход и любимые бренды. Чтобы знакомились только сливки общества, сервис требует загружать паспорта, налоговые декларации, банковские выписки, а иногда и чеки. Искать любовь или просто новых знакомых можно не только по фото, месту жительства, общим интересам или любимым местам отдыха, но и по доходам. Если миллионер не очень крупный, о чем с ним вообще разговаривать? Стоит подписка вроде бы недорого – $13 в месяц. Но если ваш доход менее $200 000 в год, можно даже не пытаться скачать приложение. Все равно зарегистрироваться там не получится. Эксцентриссимо.